В последнем обновлении Доты добавили интересные изменения внешнего вида. Добавили изменения курсоров. Да? Казалось бы, такая мелочь, но кто-то додумался и сделали курсоры. Вот сейчас вы видите, у меня обычный курсор. В этом видео я вам покажу, как просто абсолютно на халяву поставить себе одни из вариантов, да, курсоров. Смотрите, сейчас у меня обычный курсор, стандартный. Мы открываем магазин. Что мы видим? Торговая площадка сообщества. Набор курсоров стоит, вам уж плохо видно, по 170, по 230 рублей. Вы можете или купить эти курсоры, или потратить 2 минуты и поставить на халяву себе курсоры. Запомните еще раз, какой сейчас у меня курсор, вы видите, и какой станет, я вам сейчас покажу. Все, теперь закрываем Доту. Открываем Steam, и мы видим, да, слева у нас список игр. Выбираем Доту, нажимаем правой кнопочкой «Свойства», «Локальные файлы», «Просмотреть локальные файлы». Нам откроется папка с Дотой, чтобы мы сами ручками не щелкали, так будет быстрее всего. Далее идем по следующему пути. Открываем Dota, потом, по-моему, ресурсы. О, правильно, молодец. И курсоры. Что мы видим в этой папке? Правильно, мы видим текущие курсоры. Их можно или просто удалить, или я рекомендую сделать так. Например, мы выделяем все стандартные курсоры, ну, мало ли, да? Всегда уже перед любым изменением делать бэкап. То есть выделили, копировать. Возвращаемся назад, создаем папку. Например, TMP я создал. И вставляем в нее. То есть здесь у вас будет пустая папка, вставляем в нее. Опа, все. Теперь мы можем не бояться отсюда удалять курсоры. Смотрите, если вы удалите курсоры, и сейчас я запущу Доту, то в Доте курсора вообще не будет. Просто вообще ничего не будет. Что мы сейчас делаем? Заходим в эту папку Workshop. И мы видим 3, 6, 8, да? 8 папок. Это 8 наборов курсоров. Здесь даже есть наборы, которые еще не продаются в магазине, по-моему. Все, а теперь дальше на ваш выбор. Выбираете любой набор, то есть заходим, смотрим. Вот он, первый набор курсоров. Некронуб. Некронуб, ну, многие некронубы. Вы видите, здесь еще какая-то рука. И так далее. То есть можно подобрать на свое усмотрение. Я вам предлагаю, давайте возьмем курсоры Мираны. PV Mirana Cursors. Заходим в папку, выделяем, например, через Shift. Опа. Выделили все курсоры. Копировать. Потом возвращаемся обратно. И вот сюда вот. То есть путь у нас будет вот он. То есть начальная папка, Dota, ресурсы, курсоры. И вставляем прямо сюда курсоры. Все, в принципе, открываем Dota. Это можно закрыть. Опа. Сейчас я запущу Dota и вам покажу, что получилось в итоге. Все, запустил я Dota. Покажу вам на примере локального лобби, но это без разницы. Эти курсоры будут работать везде. Потому что мы меняем курсоры именно на своей стороне. Я в любом случае думаю, что Valve теряет денежки, конечно, там по 170, по 200 рублей. И они потом исправят это. Но в любом случае, вы видите уже изменения. В любом случае, используйте. Это будет типа бета-тест. То есть вы заранее можете использовать курсоры, а потом уже решите, когда это исправят, покупать вам или нет. Вот мы сделали курсор Мирана. Набор Мираны. Вы видите, да, все подсвечивается. Так, например, вот видите, да, плюсик. Потом вот наводим цель и так далее. Все, курсоры рабочие. 8 наборов. Выбирайте любой. Поставь лайк. Напиши комментарий. Подпишись на канал.